Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Silent Hill Downpour. В последней серии мы были в каком-то морге, что ли, я точно не помню, это было денька 4, наверное, назад. Так, что у нас в итоге, что нам нужно делать? Давайте вспоминать, давайте разбираться. Так, убежать из Silent Hill, ну это как бы, это уже давно. Так, сейчас будем вспоминать, что тут да как вообще. Выучи ритм бугимена. Так, понятно. Короче говоря, нам... Нет, нам не сюда. Нам, по-моему, вот сюда куда-то нужно идти. Хотя могу ошибаться. Не особо помню, что тут да как. Но вроде бы как куда-то вот сюда. Ключ-то у нас есть, по-моему, уже. Мы же взяли ключ какой-то. Подожди. Так я не понял. Мы же в прошлой серии в каком-то морге взяли ключ. Или это не сохранилось, я не понял. Так, а где у нас морг тогда? Морг у нас, по-моему, где-то тут. Ну да. Что, мне по-новой это все делать, что ли? Да вы издеваетесь. Так, ну-ка. Да. Ну, давайте тогда по-быстрому сделаем, чё уж. Не так уж сложно. Вот у этой ключ, у самой крайней. Её-то мы сейчас и покатим. А, нет, подожди. Ключ-то у нас вот у этой. По-моему. Я уже забыл. А потом нужно на выход. Совсем что-то я забыл эту игру. Забыл, что тут автосохранение довольно-таки странным образом работает. Так, ты нет. Нет, не оно. Ну, значит, крайне левый или тут каждый раз случайным образом подбирается, что ли? По-моему, это было вроде в прошлый раз, я не помню. Давайте это попробуем. Какие проблемы? Так, хорош. Да. Самое крайнее. Так, и сейчас не самое легкое занятие. Нам нужно будет вытащить из ее кишечника. Или из ее грудной клетки, скорее, ключик. В прошлый раз это не очень легко удалось. Так, нет. Надо еще. Ну, кто это придумал вообще? Так, ну-ка. Да, блин. Каждый раз, когда начинаешь играть после перерыва, приходится вспоминать. А в данной игре это... Ну, блин, просто вибрировал геймпад, выпрыгивал из рук. Почему он не брал ключ? Ой, давай, полезли. Мы у тебя тут все расковыряем, девушка. Тебе понравится. Ну, наконец-то. Все, я надеюсь, нам не придется этим заниматься в третий раз. Так, третий кусок стежка и, собственно, ключик. И теперь мы уже идем туда, куда мы собирались изначально идти. Да, третья часть. Здесь где-то, по-моему, еще... Интересно, говорит, теперь этот паренек меня пустит через дверь. Так, ну тут, похоже, больше ничего нет. Погнали дальше. А вот, что такое? А, это мы читали уже. Да-да-да. Так, теперь... Теперь нам... сюда. И сюда, по-моему. Все, сохранение. Почему в прошлый раз этого сохранения не было? Отказываюсь понимать. Так, ладно. Вообще, я хочу, кстати говоря,
Если мы сейчас выберемся из этого монастыря, что мне кажется, ну, не совсем скоро будет, но серии через две, я хочу вернуться в город и там по сайд-квестам полазить. То есть там сказали очень много, вот этот с кинотеатром, помните, мы заходили. Там, оказывается, вот в том месте, где я дробовик нашел, там лежали лампы для проектора. И там уже можно было возвращаться с этим к кинотеатру. Ух твою! Так, все, хватит бежать от него. Сейчас ты мне... За все. Ух ты какой ты. Блин, все-таки лучше от него бежать было. Ну, давай. Раз, два. Тихо, блокируем. Раз. Блин, как неудобно драться. Иди сюда. Тихо. Ты меня заманал уже просто. Мне надоело от тебя убегать, я хочу твоей крови. Ну давай. Да что ж ты, мать твою, куда ты пошел? Падай. Все, братюнь, вот так оно и бывает, когда достаешь людей. Какой ты красивый у нас, да? Кто-то мне говорил, что чем больше их бьешь, тем хуже будет концовка, но это, по-моему, все неправда. А даже если и правда, то я просто хочу их кровище. Так, это кирпич. Он нам, я не думаю, что нужен. Так, а что дальше? Я не помню. Куда нам идти? Тут мы уже были. По-моему, нам вон туда куда-то нужно. А тут у нас что? А по этой лестнице мы, по-моему, поднимались и в итоге попали в какую-то дверь, откуда нас вынесло. И мы не смогли наверх подняться. А наверху там наверняка что-то хорошее лежало. Так что давайте доверху сходим по этой лестнице, а потом уже вернемся в главный зал. Да-да-да, вот это место. Так, а тут что? Ничего. Стрёмная кукла. Так, вот здесь... Ой, тихо, это что за подтормаживание? Вот здесь я вышел в дверку, а потом зайти уже обратно не смог. А мне хотелось еще наверх сбегать, посмотреть, что же тут да как. Здесь еще третий этаж есть. Что за пикап? Просто палка, что ли? Да вы издеваетесь. Ни за что. Так, а тут что пикап? Кирпичи тоже. Тоже не айс. Wait. Ой, блин. Что-то я вздрогнул. Ну все, похоже, тут больше делать-то особо нечего. Ну просто хотелось для самоуспокоения посмотреть. Окошко. В окошко мы выйти не можем. Там наверху колокол, похоже, да? Да, колокол. Позвоните. А, я могу позвонить? Что это нам дает? Ой, только не вы. Ну зачем ты пришла сюда? Зачем я это сделал вообще? Так, давай. Подожди, я что-то на стене видел. Ну ладно, сначала с вами разберемся. Так, тихо, тихо, тихо. Давай, дорогая, все у нас получится. Давай посмотри, сколько их тут. Да ёлы-палы. Так, надо манекены ломать. Так, одну в минус, по-моему. Все? Фу. Зачем мне нужно было это делать, я не понимаю. По крайней мере, совесть моя успокоилась, душенька.
Shadow Boxer. Что за достижение такое? Интересно. Это, наверное, за убийство определенного количества этих невидимых тварей. Так, I keep dreaming about bird. Я продолжаю видеть сны про птиц, или я продолжаю мечтать. Dream — это как сон, так и мечта на английском. Что-то в этом духе, короче. Ну, не знаю, зачем я все это делал. По-моему, просто две аптечки потратил. Но как минимум не будет меня вопрос этот больше беспокоить. Что же тут наверху было? Теперь возвращаемся. Ножка от стола, конечно, сильно хуже топора. Топорик тоже довольно-таки жалко. Ну да ладно. Так, все. Пошли туда, куда нам изначально нужно было. Ну-ка, подожди. А, нет, показалось. Так, что у нас здесь? Здесь где-то был мальчонка. Мальчонка был... А, вот он тут и был. Эй, у меня есть стишок. Я его скажу, ты откроешь дверь, верно? Эй, ты меня слышишь? Я сказал... Парень, осторожно, это... Выбирайся оттуда. Давай. Читает стишок. Черт. Оставь его в покое, черт тебя подери. Нет. Давай вспоминай Мёрфи. О, господи, Чарли. Он просто ребенок, оставь его в покое. Нет, он сказал, ты сукин сын. Это я не так перевел. Офигеть. Обалдеть. Как спичку ему шею свернул. О, Чарли, прости меня. Чарли? Чарли? О, Господи, Чарли? Чарли? Мистер Пендлтон, я попрошу вас уйти, у нас все под контролем. Где мой сын? Где Чарли? Пожалуйста, мистер Пендлтон, вы не хотите быть здесь? Дайте одному из моих офицеров отвезти вас в полицейский участок. Где мой мальчик? Он там? Чарли? Ой, это кто? Зачем ты это сделал с ним? Он тебе ничего не делал. Это не я. Я не... Подожди, вернись. Там эта штука. Это небезопасно. Черт. Что происходит вообще? Это что такое? Ой, опять это начинается. Началось в колхозе утро, как говорится. Так, я сейчас думаю, опять этот красный туман за мной погонится.
Так, девочка, постой, вы что у нас с потолком? Хватит бежать, это небезопасно. Постой, постой. Так, блин, не застревай. Так, я чувствую, я сейчас нарвусь. Девочка какая-то вообще странная, подозрительная. Да блин, еще бы ты, Мерфи, не застревал об каждый угол. Так, подожди, тут я не пройду, похоже. Секунду. Так, продолжай, меня отвлекли. Что дальше делаю? Куда я попал вообще? Я, похоже, не с той стороны зашел как-то. Девочка, постой. Я, похоже, опять куда-то приду в не очень хорошее место. Я уже понимаю это. А мы тут были, да? То есть мы тут вот эти вот люстры. Ой-ой-ой. Какого черта? Что-то с этим местом совсем не так. Тихо. Что-то мне не нравятся эти звуки. Так, мы вроде в безопасности. Я бы не хотел с ним сталкиваться, он один из самых сложных противников в игре. Хотя здесь все противники непростые, каждого убить приходится минуты по 3-4. Так, девочка, я пытаюсь помочь тебе. Подожди. Ой, звуки все хуже и хуже. Тихо, это... Да, бляха. Ничего не видно. Ну да, как обычно. Так, Мерфи, побежали быстрее. У тебя ножка от стола в плече. Побежали, Мерфи. Блин, опять эта хрень. Ой-ой, только вот не вы, а. Только не сейчас. Это будет любопытно. Это, ой, блин. А, блин. Куда бежать? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай, Мерфи, куда-нибудь. Давай. Я не знаю, куда я бегу. Такое ощущение, что это какой-то... Подожди, я тут был, нет? Я по второму кругу пошел? Да вы издеваетесь. Мне что, поворачивать куда-то еще нужно, что ли? Так, Мерфи, давай. Она уже прям за нами. Должен быть какой-нибудь путь. А, вот. Так, лучше ты, чем я. Девочка, подожди. Ай, блин, дерет. А, блин, бежать надо. Я думал, все. А, лучше ты, чем я. Ну ты! Ты умри, не я. Офигеть, я вообще не... Все, меня убило. А, блин. Я думал просто, что когда я выйду наружу, она за мной не погонится, она раньше никогда не гналась. Ну, а теперь правила игры изменились. Так, давайте еще раз. В этот раз-то я знаю, что делать, как быть. Смогу сразу отсюда пойти, нет? Ой. Блин, лучше надо было... в ту сторону бежать, потому что с этой стороны выход ближе. Мерфи, погнали. Так, давай. Хорош. Давай, брызгай. Давай быстрее. Давай, блин, мать твою, за ногу.
Так, лучше ты умри, чем я. Девочка. Да ты запаришь, он вообще под тобой, как он тебя цепляет. Да не застревай, беги, Мёрфи, беги. Ой, да что ж ты визжишь-то, а? Так, твоя очередь умирать. Каждый сам за себя. Направо. А, тогда налево. Ты не я. Блин, не застревай за стены. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо, я слышу по звуку, что он отстал. Ты не найдешь себя, Мёрфи, до тех пор, пока не встретишься с правдой. Лицом к лицу. Так. Раз, два. Давай. Давай. Ой, блин. Так, пошел, 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 пошел. Так, ну а ты че? Вообще ничего, что ли? Сейчас будет замануха мне. Так, интересно, меня поранишь, нет? А! Раз, два, три, четыре, пять. Давай, давай, пошел, 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 пошел. Ух, успел. Это ненормально. Это совсем ненормально. Сколько у меня аптечек-то уже? Много их пожрали. Две аптечки всего осталось. Печально. Так, бабайка, у нас, похоже, с тобой босс бэтл. Ой, только не ты, а. Ну что ж вы, блин, что ж во мне живется-то? Ой, блин, ох, посмотри, что он творит. Да, блин, как не отвернешься? Тут же воротов вообще нет. Так, побежали. Да как, ну вы посмотрите, что это такое было, блин, а. Так, ладно. И сейчас, я думаю, я окажусь прямо около того красного тумана, и мне по новой все это придется проходить, так что увидимся примерно в этом же месте. А нет? Ну, тогда давайте отсюда начнем. Ух, так. Ну что? Давайте еще раз попробуем. Я могу как-то пропустить это? Видимо, нет. Что с частотой кадров, а? Вот этого хрена вернешься, потому что у воротов просто нет такой функции в данной игре. Так, отлично. Так, что делать-то? С ней драться, я так понимаю, не вариант, убью. Ой, еще одна, как хорошо. Офигеть. Надо было драться, пока была возможность. Шикарно. Валим. Ой. Так, это... Давай туда. Да пофиг, Мёрфи. Так, подлечились. Ты можешь ко мне сюда прийти, нет? Наверняка ведь можешь. Так, хорошо, куда я попал вообще? Чё ты этой серии мне... Ладно. Меня удивляет. Какой-то вообще сюр пошел. Я слышу оттуда очень приятные звуки.
Камера, опять сходить с ума начинаешь. Сдается мне, что это какой-то новый пазл. Сейчас мы тут будем блуждать до второго. Но я пришел ровно туда же, где я и был. Так, мне похоже, нужно идти туда, где силуэт девочки убегающей. Тихо, что было? А, нет, показалось. Отлично. Решетку я точно еще не видел. Еще бы камера себя получше вела. Так, сюда нам тоже, очевидно, не нужно. А вот сюда, вот, скорее всего. Ага. Ну да, это было просто. И судя по этой арене, очередной сейвинг. Судя по всему, у нас сейчас будет битва с боссом какая-то. Да нет, вроде спокойно. Видимо, очевидные пазлы. Давайте, знаете что, давайте мы на этом прекратим эту серию. А в следующей уже будем разбираться, что тут дальше. По-моему, все довольно-таки неплохо. Мне эта игра по-прежнему доставляет. Единственное, но то, что... Я все меньше понимаю, что тут происходит. То есть логики все меньше и меньше. Почему Мерфи делает то и почему Мерфи делает это, то есть его мотивация, я просто не понимаю. Зачем ему вообще нужно было в этом монастыре столько бродить, если он хочет просто выбраться из этого города? Или он пытается найти ответы на какие-то вопросы из своего прошлого? Не знаю, короче говоря, увидим в следующих сериях. С вами был Артур, всего хорошего, пока-пока-пока.